находимся в русском супермаркете, который называется Mixmart. Можно посмотреть на цены, что тут продается. Снимать вроде как не запрещают пока. Сейчас поищем что-нибудь украинское или русское. Ну, как бы русского тут очень много, конечно. Макароны. Макароны неинтересно. Мивины нету, только ролл там вообще зрада. Так, что у нас тут еще? Такие семечки по 4 евро. Тамбовский волк семечка. Играет группа Хэнде Хох. Так, что у нас тут? Хочу сейчас отдел пива показать. О, сейчас пою. Хлебный дар по 7 евро. Воздух. Ну, почти как в АТБ. Немиров. Тут нормальная водка закончилась и пошла какая-то российская корона. Зеленая марка. О, наконец-то еще одна нормальная водка. Привет Черняку, Евгения. Так, ну в принципе выбор водки такой хорошенький. А что у нас по пиву? Балтика, Жигулевская. Снова Балтика. Балтика 5. Теперь я видел все. Старый мельник. Так, Балтика двойка. В Украине такое не продается. Балтика восьмерка даже, ничего себе. Так, шестерка даже. Ой, наконец-то пошло что-то европейское. Вот он, пожалуйста, польский гранд пивной. Почти по евро за бутылочку. Детские гуси. Эфоса украинского пива нет. Только русское. Ой, так, ну ладно, посмотрим, что у нас тут есть еще. Чаек. Вы спрашиваете, люди, что вам показать? То... Так, мороженка. Мороженка. Ну, справедливости ради, хочу сказать, что это не самый дешевый супермаркет в Германии. Вот. Ну, тут можно найти товары, где что-то написано на знакомом языке. Не хочется. Колбаски. Три поросенка. Шикардос. 59 центов. За сколько? За 100 грамм. Обалденно. Интересно, какая следующая песня будет после «Руки вверх»? Что у нас тут распродажа по 1 евро. Что мы видим? Вот такие зубные щетки для крокодилов. Маникюрные ножнички. Как раз для моих ногтей подойдет. Набор ручек. Вообще халявная цена. Чувствую, куплю. Что у нас еще есть? Ну, короче, ух ты, тапочки, ништяк. Тапочки всего лишь 1 евро. Огонь. А, почем Джек Дэниел? Сейчас посмотрю. Ну, по-моему, в этом магазине только русиш водка. А, и украинец, да.
По-моему, тут нету. Но я смотрел Jack Daniels, не знаю, Honey или не Honey, в другом супермаркете. Вот, и стоил он, сейчас скажу, 0,7 за 15 евро. В гривнах, ну, грубо, 450 гривен. 450 гривен за 0,7. Это дешевле, чем у нас. Снова соки. Так, а что у нас тут за водичка? Буратино. Блин, я в Запорожье такого напитка не видел уже не знаю сколько. А тут продают, смотрите. У вас Ярыло. Сейчас посмотрим, где он сделан. Ярыло. Ярыло. Нормально. Киев. Запорожье. Запорожье. Тут никто такого города не знает, правда, но квас из Запорожья пьют. Домой не знаю. Когда какую-нибудь справочку нужно будет сделать и поеду домой. А вот это вот редкость, конечно, для немецких магазинов. Чтобы огурчики. Выбор огурчиков больше я не знаю, чем где. Блин, ну, энергетик Russian Power меня радует. Боже, сплошный энергетик. А вот, смотрите, какой интересный. С каннабисом, наверное. Шикардос. Всего лишь 69 центов. Нужно попробовать обязательно. Ребята, что еще показать? Можно я пошокаю, тут все чокают. Надо хоть немножко выделяться. Морковка по-корейски. Морковка по-корейски. Такая баночка всего лишь 60 гривен. Как вы думаете, это халява или нет? Я думаю, нет. Овощи. Так, что у нас тут? Картошечка. Килограмм картошки 34 цента. Ну, в принципе, нормально. Наверное. Наверное, в Украине даже дороже. Так, помидорчики. По 2,59. Огурчики по 60 гривен. Что там, бананы. Евро 29. Яблоки по евро 11 центов. Орешки. Орешки. На каждом орехе знак качества. Это во мне это. Почем красная икра? Сейчас спросим. Интересно, Лея, а в Дрездене есть Русише Маркет? Отдел рыбы. Рыбы для фига. Вот такое вы больше нигде в Германии не купите, только в русских супермаркетах. Я бы даже сказал, русскоязычный. Девушка, подскажите, пожалуйста, почем икра красная? Да, но я ваше лицо не снимаю, не переживайте. Я не вижу. А, вот. 16,99, да, икра? А, это та, вот это. Что страшно, там просто люди спрашивают, нужно ответить. Вот хорошая, хорошая икра по 15 евро. А на развес? Развес она за килограмм. 8,98 евро. Ага, 90 евро килограмм. Вообще халява, слушайте. Первую зарплату обязательно возьму. Кетчупа. Гордость Украины. Тромарка Торчин. Кетчуп до шашлыком. Где сделан? Где сделан? Так. Селище міського типу Торчин. Луцький район, Волинська область. Це перемога.
Так, аджика щедро. Щедро это тоже украинское, вот не помню. Щедро. Да, спектакль чудо якости продукции. А где сделано? Город Днепр. Днепр. Класс. Денег. Всякие кноры. По БМВ не смотрел еще почем. А вот мясо. От 3,99. Тортики. Тортики все разобрали. Что завтра везде выходной, завтра день объединения Германии. Вот выбор такой остался. Не очень. Какая красивая фанта. Просто огонь. Ой, как я знал, что эта песня будет тут играть. Так, ну ладно, на этом будем мы. Скажу українською. На цьому ми будемо завершити нашу пряму трансляцію. До наступних зустрічей. До побачення. Де працювати будеш? Я ще не маю права працювати. А коли буду мати право працювати, буду працювати сам.